А, ты вот это лази бабу, я понял. А я это резко сказал тебе, разве что, Сантьмен? Нет, ты меня Ё-моё, ну. обманул. Получается, обманул. Ты Ладно. чё, надо было серу брать, Едьте все сюда обманщик. налево. Едьте все сюда налево. Один ЕБР тут светит перед Прям здесь нами. надеюсь, я Один так накидал бы. тут где-то ЕБР светит. Давай, Слёша. Один чиф едет на центр. Один чиф едет сюда. Все остальные пушат влево. 1-907 едет Толь, туда. едь тогда А, туда, нет, в 1-907 центр. едет, Не-не-не, я не 1-907 поеду на стоит тут, центр. а 1-907 уедет, тут, 1-907 тут, уедет. понятно? Толь. Делим Стил, 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 Я? последний. Ты пошли. Вели, наверх, вели наверх. Стрим, ты тут стоишь. А, что? Нет, стой только вот в центре поеду. Я инвок пусей. Вы договариваетесь. Инвок уже сказал, инвок едет. Ты куда не едешь? Налево, 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 налево. Ты все остальные туда. Я просто не хочу, очень страшно ебать. Стрим, стрим. Ну не надо, не надо, не надо. Давай, давай, давай. Всего усети. Стрим, чё это? Челы нормальные, могут так сделать. Стрим, ты нормальный? Ну мне сказали, он рофлит. Руфлер. Руфлер. Ручники. Ну стоят на базе. Три. Хорошо, хорошо, аккуратней. Может отойти, я буду светить уже тут. Три Да, с базы очень много, да, да. Крапальня, тут приемка будет, типа. Ну хорошо. Кто если что там яму? Да как так? Арда КДМ. Еще дальше упала. Бред вообще. Нет, там выстрел на самом деле хреновый, туда стрелять не надо. Позиции имеешь тут? Ну чё, мы дальше ну, там, да, там ты больше, ты будешь это светить? Это. Да. Сейчас ЕБР высветит, если мы дальше проедем. Дайте мне умирай. Отлично, ваншот. Хорошо, хорошо. Во-во-во, надо пушить их. Он не засветил, но у него да, пушит, 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 пушит. Ни хрена, нет, хорошо, все равно, дайте. Видимо, спасите кто-нибудь, помогите. Он полезный. Да я выживу, выживу. Прям иди на центр. Отсюда стреляют, чиф. Я здесь останусь. Ну, а нет, я... А нет, я не наверх на центр. А нет, подожди, убежать, да, контроль уже, верх. Он без ремки, подойдите, его подойдите, стоп, по максимуму, по максимуму. Нам вверх. Сколько на верху танков? Не понял. Где это? Сколько у них тут танк? Я могу как минимум два, как минимум два. По чифам. Их на базе много каких-то. Арто, я просто чифом уничтожайте. Да, Арто, кидайте по чифам, эти попробуйте наказать. Потом смотрите, что делать. Совком убегает отсюда, оставляйте чифов, 260. Короче, 2 поднимайте, остальные на кемпе играйте. Понятно? Че он где? Через 2 секунды отправлю. Давай я подожму, чтобы их светить. О, попал. Прямое, да? Нормально. Короче, давай я уеду. Сортап, когда я шотик. Аккуратнее, я сейчас уеду, что? А мы куда-то едут, поджать одного или нет? Да, я это сейчас сделаю. Оттяните мне на базу одного чипа. Я могу попробовать сюда начать на базу. Уйди, уйди, шотик, я сейчас буду туда шотик уходить. Да, да, я ухожу. Короче, дайте пару минут, мы сюда закидываем. Да, Паша, я же говорю, я прожимаю, сейчас будете кидать. Вид, перестойте сюда мне, разумеется. У него есть вариант подсветить, который у меня стоит. Я попробую био, да. Не, ну попробуй, давай. А, блядь, я разменял. Вот, 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 вот. Можешь дать. Он уже сейчас меняет. Арта КД. Одна арта вот здесь стоит, вот давай, и сюда давай я сюда подожмусь. Саби, тут ты из нас пробил. Там нам нет смысла, да, ты пробил, скорее всего. Я сплэшу. Хорошо, да, они да, могут тут перепушиваться. Ну да, хорошо. Давай сзади, давай сзади. Давай сзади, давай сзади. Послушайте меня, вот это подъезжай к нам наверх, иди наверх. Чиф, потом ко мне вот так пойдешь. А вот это уехать не может, да? Селик, ты сюда подожди. Нет, никак не может. Давай под них, я под них, короче, жму. Давай я подожму, сенсай, то уедь лучше, мне удобнее там будет. Да, когда. Хорошо, давай. Шотник, уходи наверх, втроем пойдете отсюда, понятно? Селик, мне подъезжать сюда. Забирайте его или нет? Пробуй, пробуй. Вон чиф уезжает. Блин, я могу сюда подскочить. Чаще поедет, ты стримы пойдешь и пойдешь, подожди. Сенка там, инвок. Я в одной сушке. Он еще посветится, он еще посветится. Обновил. Если ты можешь подъезжать, мы будем здесь. Да, здесь, он будет еще светить. Вот здесь, я если он подъедет, я буду выходить. Я сюда могу кинуть. Я под шумок могу. Телек, иди в соло, я наверх подойду. Телек, я наверх подойду. Поехал, все, шутился. Да. Перед тобой стол где-то. Он в атаку поехал. Вильф, я сейчас помогу. Машот, 8 секунд. А, Вильф, а, не здесь, там, а, Вильф назад, Вильф назад. Я на базу. Я ухожу, Вильф, сбегай. Разыгрывайте тут, оставьте вот это. Один чиф иди на мидл, а один чиф нам на базе. Вот эти чифы не есть. Силик, подъедьте, наверное, к нам, вот тут будем разменивать. Они пойдут до конца, до Талова. На базе тут есть. Вильф, в нычку левую заедьте. Да, может, ЛТХ где-то на респе. А есть ли смысл пушить базу? У нас есть медленно? Ну, оттянись, оттянись, вот, я же сказал, что оттянуть. Ну я еду. Давай, я тоже оттянусь. Они будут скатывать, интересно, нет? Нет, остановись, они остановились. Я попал. Надо Силику помочь, на Силику выходит. Силик, слева, 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 Силик. Ай. Я в Силик. Силик, они оба когда можешь дать? Не, да, там это, он не успеет. Не, не успеет.
Ну, можешь подъехать, подъехать. Они сейчас оттянутся, вот базу перепушат. Хорошо, вот эти танки. Вот, мне нужен один чиф на хуку. Слева пробуйте забрать. Телекотрепа разваливай. Я сейчас с фугасами, просто у них чипа уничтожу, он не может уехать оттуда. Вот этот чип едет к Силику. Вот этот мертвый будет через полторы минуты. Мы можем на чипа едет к Силику. Рассвет, вот этого. Обнови, обнови вот этого. Так окей, Силик сейчас будет подсвечивать, и вы будете с центра убивать. Ну, все окей, все нормально. Блин, лучше бы экстрим не уходил, мы можем. Базу, 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 я не знал. Они оба без ремки, вот эти два. Помоги тогда динамочку. Садитесь на арту, на арту. Садитесь на арту. Не, достаем. Вильф, мы едем сейчас налево, вот пускай они лучше на двух чипах играют тут, понял? А мы с тобой идем влево, это лучше будет. Давай делаем так. Ладно, не могу. Однако да, я не могу. Макс, пожалуйста, снимись с базы и подъедь сюда. Я отдавил ее. Нет, они на базе. Да, да, да. Они пушат, они пушат. Давайте, а ты заберу арту, заберу арту. Просто разменивайте, просто разменивайте. Три метра динамо. Поехали на левых. Убивайте, которые у инвоку убивайте. У нас ТП нет очень много. Инвок, не, у него позиция хорошая, чел. Ро, надо спину, спину принимаю. Ко мне заезжайте. Дашь по 700 верхнему? Я ему дам, кстати, все нормально. Он не заедет к тебе. Хорош, я помогаю тогда вот по 1000 работать. Мы респу забрали у них, грубо говоря. Мы-то свою базу отдефали. Я буду пожимать. Он не едет, можешь ждать. Я тебе помогу, если. Понял. Давай там. Не, просто как-то. Там справляетесь тоже, да? Да, да, база модефа. Все равно норм. Все норм. Признавайтесь, кто это был. Кого? Нет, там вот отсюда какая-то свиньи. Че такое? Ну кто стрелял? Кого? Они долго додумали. Я не кидал. Куда? А, я понял. Максимально вычислили. Даже после смерти канал 2 выстрела от Лэйзи Бабу. А. По тимкиллу посмотришь, Биба? Да ты мне не нанес ничего. Три выстрела. В смысле? Он кидал сантиметр. Да как он от башни стоит, что у меня пробития-то нету. Как его пробить? Успеть, успеть. Нормально, нормально. Координация хорошая, флабер была. Молодец, молодец. Ну они потные. Но они долго думали, вкатывать или нет. Да. The first travel, пишешь, донат. Я прочитал донат. Мне надо было чуть-чуть раньше чувак. Что-то делать. Угу. Красиво. Молодец, сантиметр. Ну и Толик тоже. Толик тоже. Нормально, Санти. Я, кстати, за 1600 хп снял этого парня. Такой же наверное, сейчас сгорел. Такой же сап, берите, все готово. Да, мы брали сетап по тот респ. Да, да. Берите такой же сетап. Такой же сап, берите. Давай, короче, все едут сюда. Все едут сюда. Все едут я сюда, кроме одного чифа тут, один чиф тут, все с индейцем на базе. Ну, только можешь сюда поехать, если чё. Давайте 9-7 на базе стреляем, ЛТшку. Кто налево на чифе поедет? Я вот сюда поеду, короче. Значит, я сверху поеду. А на мид кто? Я поеду на мид. Окей, все, я направо. Подожди, чё ещё раз делаем? Сюда, здесь? Арта, будет засветить вначале, нет? Мы едем туда, все, едем все туда, кроме 9-7, который на базе. Да, 9-7, подожди. Нет, точно не будет. На базе. Не, обычно таких байков не работает. Там профортовод просто, видишь, на коне. Танёк? Нет, профортовод. А. На центр никто не поехал у них. Нормально. Куда это он должен что-то иметь? Он меня высветил. Блин, это же Apple. Тут камней нету. Выйдет этот. Арта КД. О, он меня перевёз. Одна. А не, он там фух. Ну да, нормально. Резидей ты ему дал, да? Да, он решил не отъезжать назад после выстрела. Да я тоже что-то этот. Я думал, ну я промахнусь. А он нормально. Блин, а ты светил? О, они пушат. Да, вот. 9-7 камней. Корабль притянешь спас 9-7 или... Ну, давай двоих. Давай двоих. Куда? А можно я поеду? Останься. Мы будем на себя встречать. Да, деритесь с ними, конечно. Ну все, давайте их всегда встречаем. Как ты это вас убил? Переваливаться будем, Флабер? Куда? Может, справа подожмем, где вот кто-то на него них ходит? Они сами не хотят перевалиться? Атака, да. Блин, попал в него.
Там центр инвок должен накидывать. Надо 9-7 этого как-то убить. Можно на базу приехать, шотник, я бы ваншот и был. А можно вот 9-7 убить артой, вот он нам больше всех мешает, типа. 9-7 какой, вот этот? Я думаю, вот. Давай через мой фланг. Или чтобы кто-то въехал в него. Либо через свой поехал. Давай, я через свой. Я могу въехать, но мне нужно будет. В него въехать можно, по идее, нет? Окей. Ну тесто сколько там? Да нам по-другим лучше Толян работает. Так не хотите въехать снизу? Да блин, он всех расстреливает. Давайте, Нет, я не стою. Я их просто. Я могу. Ладно, мы сами должны убивать. Я дал вертак. Дал. Они тоже переваливаются аккуратно. Ой, я не попадаю вообще просто. Их заряд нормально. Что за 200 урона? Я упор не попадаю. Добейте. Все нормально, играйте, чуваки. 260 из центра стреляю. Я убиваю центр, 260, не стреляю, только убиваю. У меня центр, у них арта умирает, чуваки. Поживите. Поживите. Да. Не арта, а просто умирает. Добил. Фокус чифа. 18 секунд. Да, они Можно 200. Да, я тут стою. Пасит разрываться, я бил. Да, чифа сзади. Чифа сзади, помогу. Я его не пробил. Смотри, могу этого поехать убить? Играй, дайте всем. Да я помогаю. Сейчас 600 заберет его. Я не пробил. Еду. Дай еще бату. Берете еще? Да, тебе помогаю. Силик, разъедьте со стилом сейчас. Силу надо танкануть. Я падаю в низину. Силик, разъедьте. Дай ему еще, дай ему. Он куда? Я тебе дам одну. На, добираешь. Мы двоих убью. Молодец. Тебе давай. Да, у меня черта не... Сил 5 секунд. Ну, давай на низу паду. Дива, я через яму, инвок, что делаешь? Блин, я просто сейчас еду на мидл. Я думал, ты сюда поедешь. Ну, как-то надо законтролить вот эти танки и растягивать на рту, чтобы на работу. Там бат с костарем хп, да? Нет, ваншоты, есть все ваншоты. Короче, надо нам с экстрим, ой, сюда сантиметр уйти, экстрим сюда пропушить и все. Я не могу, я хочу здесь танк есть, этот танк меня контролит жестко. Так и не надо, подожди. Сейчас чиф просто приедет, высветит отсюда. А, там ваншотный флаббер. Да, чиф шок, это плохо. Ну, причем если у него обзор есть. Давай, есть. Давай, попал. Хорошо. Он на тебя экстриму, есть флаббер, слышишь? Экстриму стоит, может быть, сюда поехать, он еще там соло порвет. Цветок попробуй. Они уехали, мне кажется. Просто мне надо на чифтейна, нет, ехать, по идее. Голос ставь. Что-то делать надо, ждать. Ой, блин, угол ему поставил, ну ладно. Ну я ж не знал, как. Направил сюда. Блин, долго. Ну, инвок на базе же. У меня нет... У меня пере... Друзья, а почему их сделали? Пинец. А, да-да, нормально. Ты что? А где чифтейн? Хорошо. Бля, какой. Я спереди. Он тут стоит. Да, чиф где-то тут еще. Типа забирать его, да, тут где-то 9-7. Откуда? Сейчас приедет экстрим. Просто экстрим вот так и убивает. Он артой может покидать, да. Артой может задать по чифу. 4 секунды сейчас. Ну, просто рандомный шот кините, да, может кто-то залетит. Кинул просто рандомный. Отрежь его с хрена, чтобы наверх не ехал. У тебя рандомки залетают, интересные. Ну, ему некуда уезжать. Да не, у меня так не летело. Выставься инвок. Да я выставляюсь. А чё он стоит, ждёт? Он не убежал никуда. А ему некуда. А чё ему делать? Да забейте, наши доиграют, всё хорошо. А где 9-7? Я не буду стрелять. Вот там вот здесь. Вот здесь. О, охренеть. Он скорее вот отсюда. Он 900. Что у вас тут было? Ну инво говорил, тут вроде. Динамо, а кто тебя? Они вышли, по тебе откидали динамо или чё? Нет, мне пока сразу сломали, потом они поехали вперед только. Я свечусь, так, он стоит. Как у нас тут так плохо все было, слышите? Ну, смотри, ну я там обосрался немного. Вы слышите? Да, был захват просто. Давай, короче, потом посмотрим. Я тоже стрелю, он вот тут сейчас лишу должен убить. Да, ну окей, давайте поиграем. Зачем? Зачем? Я не знаю, я упал зачем. Да ладно, да я. Он вот тут. Давай на захват бегу. А сколько у него? А, у него 900 кп. 915. Что с экстримом случилось? А он перевернулся. На мину попал. Короче, сантиметр же, сиди сюда. Сантиметр, выйди лучше отсюда, экстрим, не? Встань на захват. Встаньте захват и стойте уже. Короче, в упор должен будет. А, вот он. Не успел. Но он не успеет приехать. Господи, ему насрать на бой, он приехал, типа... Захват брать. Господи. Красава. Зачем вы хотите турнир играть, если не хочешь выиграть? Он тебя выиграл. Да нормально. Он на тебя пайт, кстати, нормальный. Они очень хотят тебя убить, очень хотят. И проигрывают бой. Он не хочет выиграть бой, он пытается просто убить.
Так это ж хорошо. Хорошо, что ты у нас есть. Забей. Это, я простоял минуту в стане на катках. Ни разу не попал в упор, три раза не попал. Серьезно, пацаны, смотри, да, по игре? И все. Ну да, да. Они мы, кстати, играют. Тут 7-8 играли, я посчитал. У нас 7, там 8 было. А почему? А в чем прикол, что ты в квадрате, квадрате втроем стоять? Ну, я по-другому посчитал, плюс чифа, которого убили. Я тоже это чифа прикол. Паш, че? Вы стояли в К3 втроем, по-моему, кидает по троим арта кучу раз. Вы стоите, ноете про 907-го одного. В чем прикол? Это нормально, по-вашему? Да забей, надо было сразу поехать. Ну, то есть, нам, но... мне сорваться, кто там типа, был? Долик, и... Биба, сколько танка было у них сверху? Сколько у них танка было сверху? Два. Два. То есть, по сути, вы 2 на 2 были с Вильфом, а да? У меня... Нет, ой, я был на базе, у меня не летело вообще. Ну, хорошо, смотри, там. Вы были 2 на 2 там, да? Потом Шотник и Линдин светил с ЛТшками 1-1, по сути, 1-1-1-1, если так смотреть. Мне кажется, Шотник мог не задыхать вообще. Но, я типа тычку во рту дал. Потом я с Смоком играл, мы тоже были с Смоком 2 на 2. То есть у вас там поровну было? Там еще ЛТшка, я ЛТшка посещал, ЛТшка стреляла, на меня добила еще кого-то. У них один всего светка, одна арта. Ну либо мы сюда подъедем и просто примем, ставим тут все медицинские. Это не работает. Они впушат. Да, правы, наверное, да? Поехали. Просто кого нет. Слишком же. Ну вот если возьмем. Оставляй, короче, оставляйте тут. Оставляйте тут два. Я залезу туда. Два чифа оставайте, все остальные сюда едете. Одного чифа тут поешь. Оставить, сапками все наверх идем. Давай. Чел, могу не чифа. А нет, нет, даже вот так, даже вот так пройдем сапками. Даже вот так, никого не видит, никто не видит. Все 260 и 907 вот так не проезжают. Понятно, даже наверх не надо, даже наверх не надо ехать. У них вот в этой нычке танки убивать вообще нечем, у них одна арта, типа, и расходки нет. По первой, да, это сантиметр, а не по первой? Ну, наверное, поедут, типа, ну, самое вероятное. Я просто зацелю сразу сюда. Там все по первой, походу, летают. На ноль сколько отправить? Один, всё. Чё за бред? Они, по-моему, не собираются. Мы пройдемся, мы пройдемся. Сейчас проверим всё. Стой, поверху, так этот не высетит? Ну, он не увидел никого. Кропали, у нас реально, типа, нет, ещё допинфей. Пиши альфа больше. Нет, едем, едем. Знаете, пробиваем. Всё равно едем. Синхрон залетел, да? Да, ну у меня 4, я оглушение получил. Потом пройдем и убиваем это 260-го. Просто все залетает. Вот это вот ваш лестер можно, да? А, тут да, да. Кит... Я тебе говорил, да, нет, давай налево, 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 налево. Вот, они, вот эти позиции забираем, вот эти выживайте просто. Нормально. Тут много танков видит, кропать. Да, чините вот этот чип, вот это вернись, все, вот этими разыграем, подъехал, вот эти чип вернись. Вот эти этим вернись тоже на базу, блядь. Пошлите вот сюда, эти позиции разваливайте. На корону, чтобы занять. Да. Чтобы кто-то корону занял, слышишь, нам надо очень-очень важно занять корону. Я, наверное, пойду. Там 9-7 будет. Может, экстрим ты? Давай я надеюсь. Ну я уже. Шотник, досветишь их и да? Да, я досвечу. Отсюда, отсюда. Ну видишь, они в яме остановились. Отсюда и давай отсюда. Фигню какую-то делать, не понимаю. Я сейчас засучу. Они с базы, по-моему, уехали. Они на корону едут. Шотник, попробуй еще. Да-да-да. О, арта-арту мы должны забрать. Они сейчас могут вернуться, не? Куда они поехали, лол? Это гениально, в центр, просто подъем. Не падайте, не падайте, не скопали, не падайте, не скопали, не смотри, пушки падайте. Так кто падает? Че, может мы на щипах поедем? Вам нужно занимать, корона, корона, да, да, корона, да, корона, да, корона. Останься, может, да, 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 разыграйте. Я вместе разыграю. Просто больше процентов, дети, поднимись тоже наверх. Поехали. Тоже наверх. Просто больше танков наверх, все нам. Типа и мне у нас похвы такое. Вообще в идеале тебе вульфы катиться, типа, и... Да, просто кидьте, Вадик приезжает, Вадик пришёл, Вадик приезжает, помогите инсайду кто-то, вот так. Да, Динамо, можешь мне Динамо? 8 секунд, 8 секунд. ДБР, можно забрать? Понял, я просто стою. Тебе только упорю. Я к тебе сейчас приеду, что ли? Да, я понял, я откачусь, Динамо уже прикидывается. От Сирик дашь ему? Инсайд, ты что, убегаешь? Я просто откачусь, да. Короче, контроль, я попробую вот эти контроль. Чё они в центре себе позволяют? Вкатывают куда-то. Вульф, можешь мне поможешь? Я уже вер буду вкатывать, да-да-да, я выставляю сейчас. Работать. Откатим на 260, там может дамаги получится. Затягивайте, просто затягивайте, самое главное. Да-да, просто вливайте дэмэдж. Он все время пацан нормально. Ну мы сейчас в центре просто зажаты будем, если у нас вверх. Ну мы пойдем вниз, мы уходите, катите тогда назад. Да, просто вниз. Пока есть время, катите. Вот это можно поджать или подсветить? Вот это, да, я сейчас поеду. Типа через 8 секунд. Чего, да, что? Фиксируем, уходим. Забирайте, я все надо вот этим челиком надо. Я со стрим вверх заберу, я со стрим вверх заберу. Это пройдет сюда. Идите, не забирайте. Эточка еще успел. Ты тоже, Серик, можешь тоже к нам наверх. Можешь к нам наверх. И стрим, иди ты вниз, помоги лучше. Давай, ну вот этот танк не успеете разменять? Да можешь уже, наверное, короче, у нас по ХП нормально, просто надо затянуть. Да, да, мы просто играем. Да, они оттянулись, они оттянулись. Инвок, поехали, 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 перепушим. Инвок, реально можешь.
Так аккуратно. Вообще спокойно. Я можешь от рельефа развернуться и перемать, понял? Типа я. Вазика вы. Можете на Артой на Вазика ваншотом. Нет, нет, сюда, сюда. Короче, Артой ваншот, да, может? Мы сейчас сидите сначала. Ну хорошо, ладно, хорошо. Дети, ну давай, лучше не рискую сейчас. У нас все хорошо, просто на исполнение отыгрывать. Я это в меру, в меру. Прям. Должен Вазик жестко выйти сейчас, чтобы... Миша, давай, фраги. Это слишком жестко вы там... Я зашел 337. Вазика можно? Я провип повыкировал. Хватит рофлить над ними. Он вверх не рофл, там сидела, пол лица отлетела нафиг. Вверх, вверх идешь. Не, я в шоке, я хочу себе такой танк. Я что-то тоже. Какой издевается над ними. Просто скилловиков вот так вот вертит, как говорится, и все. Трюлевчик. Давай. Флабер 277 твой был? Ну, Вася, сейчас кидай, сейчас. Наверное, 77 по-моему. Это вертел. Я право попробую добрать. Че, не вертелся? Я антиклазм сделал специально. Чуваки, Вазик, а тут здесь, второй Вазик тут. Последний Вазик, точнее, там. Наверху? Блядь, телекомень залетают, короче, сам. А, Флайбер, ты можешь откатить? А вы вот этого Вазика хотя бы можете забрать, нет? Он не уедет. Да, да, просто подожди, Артур, не спеши ты. Так тут ну и Силик тогда под меня выводи. Флабер, лучше отъедь, да? Тебя сейчас 27 выйдет. Подожди, подожди. Не, Силик его разменится. Каток, дай каток ему. Да ладно. Можешь разменится, если арта есть. Вы заберете 97, нет? Нет. Силик, можешь сюда заехать на ничку? Там, если что, сервер разменяет. Так он сам разменяет. Ты можешь остаться, я тебя буду разменивать. Можешь стоять, Силик. А че вы наоборот так усилите? Стой, да, да, Силик, играй. Ты можешь играть, да. Только не поверху, сверху тебя простреливают отсюда. Там, где Флабер стоял. Кинул 277. Короче, они не смогут на вас выкатить. Аккуратнее только отыгрывайте и все. Про вот этого парня не забудьте, он здесь будет. У нас зверь. Где-то еще. Он уже, наверное, проехал. Пристроить. Он уже, наверное, проехал сейчас. Ну, может быть, да, типа. Там все забейте, хорошо, забейте, да нормально, там все нормально. А мы выиграли тут, типа. 27 пару секунд. Нормально, надо дальше. Да, просто играть все. 5 секунд, 27. Гасиком, как говорится. Он не значит, не летит. Это честно. Оп. Оп. Ну, можно и фугасик. Оказывается, мой промах больше урона, чем... Иди, Макс, снимайся с Бладса, можешь... Они тут можешь играть. А он совком, интересно, или один? Да, скорее да, всего, по-любому. Совком. Оп. Он меня светит, он на меня смотрит. КД он. Это, пиксель. Разгерно, могу 10 секунд. Доиграли потом нормально. На старте у них 3К преимущество было. Ну, я там ошибся жестко. У нас 2 арты. Здесь светляк у нас. Не. У вас светляка. Ну, на демо светляка больше, на дату больше. А как они чифтейн не засветились? Они через первого проехали, да? Походу. Начали да. Боя. Да они там по-другому и не проедешь. Они не могли просто ВЗ только засветилась одна. Они же поздно начали. Так засветились. Ну, байт какой-то да, был, да, да, да. Типа... Странно. Я подумал, что они поехали, поехали, потому что один чел только засветился. Ну не, все, ну... что мы прошли. Поздравляю да, вас. Да, молодцы, да, ребята. Ура! Хорош. Прячется. Ну, типотные, нормально такие были. Были. Они до этого я две первый... команды выиграли, да? Не. Да, да, да. Но они реально хорошо играли. Они 3-0-3-0 выиграли, не знаешь? Да, да. Ну, можешь посмотреть, вроде да. А. Не, ну они молодцы, да, да, играли достойно. Просто не повезло им сеткой. Да, 3-0-3-0, да, давай. Хрена не ЧСВ. И зрители не поймут, понимаешь, типа... Некоторые. Да, нормальных получилось в целом. Вот, удал бы им. 3,5 часа... Мы считаем, мы 3,5 часа вот прям пока доиграем, да? Да, играем, да, играем, да. Играем, играем, играем. В клановые войны они сложные в этом плане. Молодцы, артоводы. Премию вам. Левша выделит. Нормально. Он может выделить сам себе премию. Хорош, Санти. Леша, ты пытался? Санти. Я пытался. Что ты его так ласково называешь? Да, ты его так называешь, как будто вы дружите каждую ночь. Фига, кстати, я еще наглушал, полезно, смотри. Да, именно только ночь. А насколько ты обогнал меня? Блин, вообще херня, конечно. Ну ничего. Ты это, опыта почти сотка разница. Даже с твоим фрагом. В смысле сотка? А 7, вот смотрите, 74. Вот смотрите, военная игра закончилась, и где наши бонусы? Так, ну время... Перебей экипаж на 9-7, Вильф. Мы тебе голду, кстати, скидывали. Перебей экипаж на 9-7. А, да? Да. Э, да. Да он уже потратил, да, он пробухал уже все. Угол, да, такой? Не, ну нормально, нормально. Все, ребят, ну сейчас пока этот... Смотрите, ситуация такая, что мы прошли стадию вылета. Вот, выиграли сегодня 3 матча, и теперь мы попадаем в групповой этап. Групповой этап стартует в следующую субботу и воскресенье. Держу в курсе.